Проблемы с ливневыми канализациями давно существуют в нашем городе. Самые сложные участки – улица Зернов, где из-за строительства аэродрома стало подтапливать жилые дома, Силкина, Менделеева, Московская, Курчатова и Раменская. На заседании Комитета по городскому хозяйству депутаты и представители администрации обсудили, как идет реализация адресной инвестиционной программы по устройству ливневок для ликвидации этих проблем. У нас в этом году 590 тысяч было выделено на разработку ПСД. Сейчас у нас идет разработка ПСД, осуществляется до конца года. 450 тысяч было выделено на улицу Силкина. Здесь то же самое ПСД разрабатывается. На Менделеева разработка ПСД тоже 450 тысяч должна завершиться в 2021 в этом году. Для того, чтобы обустроить ливневки на Московской и Курчатово, Департамент городского хозяйства в 2022 году планирует провести инженерные изыскания. Также есть еще 6 проектов на обустройство ливневок в 6 внутриквартальных территориях. Когда работы по ним будут финансировать, неизвестно. Также на комитете обсудили расширение улицы Садовой. Необходимость ее реконструкции назрела давно. С появлением новых районов нагрузка на дорогу выросла в разы. У нас разработана проектно-сметная документация на соседние и рядом расположенные улицы. Это прежде всего улица Негина, которая крайне необходима нам, и реконструкция улицы Чкалова, которая будет продлена от домов около школы номер 1 старого здания до проектной улицы Негина. Сейчас рациональнее закрыть вопрос с этими улицами, чтобы потом использовать их как дублеры Садовой при ее реконструкции. Без Негина ремонт Садовой вызовет коллапс. На разработку ПСД требуется 8 миллионов. В следующем году планируют разработать техническое задание. Если будет выделено финансирование, реконструкция Садовой может начаться в 2023 году. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.